Московский вокзал был Николаевским, а сама площадь Восстания носила название Знаменской. Здесь посреди нее возвышалась не стелла, а еще один конный монумент Петербурга – памятник Александру Третьему. Бурные эмоции он вызывал еще на стадии согласования проекта. Представители дома Романовых считали детище скульптора Паола Трубецкого едва ли не карикатурой на своего державного родителя. Судьбу же монумента решила вдова императора, признав поразительное внешнее сходство скульптуры с ее покойным мужем. Тут можно вспомнить мнение другого художника, Александра Николаевича Бенуа, который впервые увидел царя в театре, в царской ложе, и дал такое описание. «Меня поразила его громоздкость и тяжеловесность, и как-никак величие». И вот Трубецкой как бы выражая эту громоздкость, он на самом деле выражает суть царя. В народе памятник тут же разделили на ингредиенты, как слоеный пирог, комод, бегемот, обормот, шапочка. Но, может быть, именно благодаря такой неоднозначной оценке памятник и смог дойти до наших дней, в отличие от многих других царских монументов. После революции на постаменте выбивают текст, придуманный поэтом Демьяном Бедным. Во время всех парадов, праздников его убирали в декорации. Когда праздновали годовщину Октябрьской революции в 1927 году, Александр Третий оказался в клетке. Была даже такая инсталляция. Так, наперекор всем превратностям судьбы, памятник русскому монарху простоит в колыбели революции долгих 20 лет. Пока под прикрытием ремонта на площади его не решено будет списать в утиль. От переплавки бронзового титана спасает русский музей, в садах и скверах которого император пережил блокаду и скрывался вплоть до перестройки. Почти 30 лет назад памятник вновь переезжает, на этот раз на ПМЖ, сюда, во двор мраморного дворца, где, кажется, он и встретит долгожданную реставрацию.